Казанского зрителя музыканты Ди Блэк видят впервые, но здесь есть поклонники их творчества, которые долго ждали концерта любимой группы. Ожидания не на «вы», они всегда одинаковы перед концертом. Вот мы хотели бы, чтобы было такое сопереживание. И когда в зале и на сцене такая достигнута взаимная гармония, то тогда концерты обычно проходят очень хорошо. В тур по Волге привезли новую программу. Весь вечер со сцены концертного зала «Пирамида» звучали лучшие песни легенды рок-музыки Эрика Клэптона. Изюминкой вечера стало выступление американской певицы Моники Грин. На гастролях с Ди Блэк она впервые. Изменения коснулись не только творческих, но и технических моментов. Свет, видеосопровождение и звук – все на мировом уровне. После концерта в Казани музыканты отправятся знакомиться со своим творчеством любителей блюза в Оренбурге, Тольятти и Нижнем Новгороде. Алина Хусаинова, Равкат Зиединов, «Вести Татарстан».